Всем доброго времени суток, с вами Артём, это 16-я серия прохождения Total War Warhammer 2 за Теклиса. А мы с вами провели третий ритуал и продолжаем воевать с владыкой Маздамунди. Он, кстати, уже подходит к четвертому ритуалу, и надо будет, наверное, мне вмешательство сделать, потому что как-то что-то он вообще впереди планеты всей. Что у нас здесь? Шестой ранг, а я ему повышал. Да. Так, это у нас нанимается, ждет. Здесь у нас, по-моему... А здесь чего? А здесь мы пойдем, я понял. Так, здесь Теклис стоит еще 4 хода, ждет дракона себе. Звездного. Это что он ждет? Драконик не так, коридор, ударную кавалерию и серебряные шлемы со щитами. Потом у нас, значит, мы вот так. Так, гномы. Гномы там, по-моему, мне помогли их истребить, да. Брательник меня не бросил. На юге мы с вами... тоже что-то планировали. Вот этим объявить войну, Ица. Вообще. А, ну в принципе все. Алтарь рогатой крысы. Здесь просто гном. Гномий город еще был. Здесь тоже мой брательник все себе захватил. Так, ладно. Ни на что мы тратить сейчас не будем. Конец хода сразу. У нас очень мощный союзник, Латера. Поэтому, я думаю, мы с ним спокойно должны Хексаатель замочить. Так, вот здесь я с паузы сниму, точнее не с паузы, а с перемотки. Неудобно сделано, раньше было хорошо, но пробел нажал, и все, и все просто быстро бегают, и все. Так. Тлакслан защищает, отлично. Уж охота мне его захватить. Ну, это они разбивают армию моего брательника. До конца, кстати, не добили. На севере тут у них еще мощнее идет. Агентики. Но это все далеко от моих границ происходит. Так, сам лорд Маздамунди. Но он тоже тут в центре. Так, дальше мне неинтересно.
Почему я на Ицу так нехорошо смотрю? Потому что они союзники с Маздамунди, а мы воюем с Маздамунди. И у нас с Ицей каждый ход падают отношения. И просто если я сейчас просто пройдусь южными армиями по территории Ицы и выйду к сражениям с Хексатлем, цель главы достигнута. Схватите Слакслан. Так, новая особенность. Ритуал странника. Король Феникс Белшанар по прозвищу Странник впервые пересек Великий океан, основал колонии по всему миру. Ритуал его призыва поможет проложить курс к четвертому осколку Звездного Венца. Я могу сейчас пройти, да, вот сюда пройти и выйти к Чакве. Но. Держать в тылу потенциально опасных врагов. Вот куда ты идешь? Че он тут ходит? Непонятно. Так, у нас магичка апнулась. Здесь. Принц оф Элфуан. Здесь что-то строить можем. Ну, стены. Честный порядок. Ну, я даже не знаю, что еще. У нас, в принципе, вот это, по-моему, надо было где-то. Что-то мы не могли нанимать. И пускай еще будет обычный казарм. Почему, собственно говоря, и нет. Так, ты, товарищ, у нас сюда. У тебя тоже магичка. Да не ты. Так, живущие внизу. Теклис, еще сколько? 3 хода. А ты уже можешь сейчас идти, например, на Квитакс. Или на монумент. Не, на монумент. Давай сюда пойдем. Dispatch me. В смысле? Protector of Elfwan. Так. На юге мы сидим, да? Потом куда идет? Я не понимаю. И нет тут городов, нету. Я думал, он вот в этот свой город идет. Ты с кем вообще воюешь? Где они тут? Выбери его. Обязательно вот здесь надо. Ица. Ага. Ну, мне надо помочь. Надо перехватить эту армию. Он идет, скорее всего, атаковать пыльные врата. Потому что он воюет с Латерном. Знаки древних. Здесь, наверное, вот так. Вот так. И вот так. И пока сидим. Ага, еще одно место. Здесь нам надо заменить копейщиков на тяжелых копейщиков. Значит, мы вот это распускаем. Лучников тут хорошо, кавалерия есть, артиллерия есть, дракон есть. Ударных нету войск. А, это из общага нанимается. Ну ладно, стоим. Общаг у нас сейчас занятый. Общаг у нас занят Теклисом, да? Да. Так, ладно.
Тебя мы тогда берем, потому что мы сейчас дуалы проводим, столицу у нас, в принципе. И ты у нас высаживаешься вот здесь. А, ты пешком пошел. А что, по морю не поплыл? По морю, наверное, быстрее было бы. Так, ладно, через один ход у нас что-то там изучится. Ну, они к моим границам не идут, в принципе, они там сражаются с братцем. Don't waste your breath. Your words cannot move me. Эта фракция объявила вам войну. Рыцари к ним присоединились. Блин, паладины. Я их хотел на свою сторону. Получается, что мы с ними... Ну ладно, воюем так воюем. Они все равно на другом континенте все. Они могут десанты делать, вот в чем. Вам что надо? Право прохода, да запросто. Oh, it's you. Excellent. А чё, мы же с вами союзники. То есть военный союз, а право прохода это разные вещи, нифига себе. Раньше вроде союз заключаешь, автоматом право прохода давалось. Это же союз, это же не оборонительный договор. Угу. Это я, значит, армию сейчас поймаю. Может, сейчас удастся мир заключить с этими? С паладинами, с... Да блин, они, это искусственный интеллект тупой. Так, 10 вражеских героев неудачи. Хорошо. Союз против нас. Пираты дальних морей. Технологии исследования, обеты верности. Давай еще что-нибудь исследуем. Содержание морской стражи Латерны. Давай. Так. Дипломатия. Где все эти бретонские падлы? Protector of the realm. У нас хорошие отношения-то. Only the Grail companions of old could hope to best me. А если я тебе денег дам? 30 тысяч. Низкий. Ну, я гость тупой, искусственный интеллект. Дебильный. Нам вообще не надо воевать. What vile filth stands. Ну и ладно, сотрет вас хаос с лица земли, эльфам легче дышать будет. С дебилами тут еще связываться. Так, атакуем. Нечего тут мне в тыл уходить по моим землям. Так, что у него тут? О, автобой тут на моей стороне. Многие пишут в комментариях, чего ты вручную битву не права. Еще раз говорю, я в Total War не люблю вручную играть. Я играю только там, если автобой мне грозит поражение, я вижу, что мы выиграем. Давай-ка лучников до конца и
мастер клинка. Как-то так, добить мы не сможем? Нет. Ну ладно, мы на своих землях, мы восстанавливаемся быстрее. Так, здесь... Я чё хотел? А, общак-то занят, сука. Быстрее, там долго Теклис нанимает, эти войска там стоят по полчаса. Так, здесь мы переходим в обычный режим, атакуем Квитекс. Отлично. The Asa follows strength. Duty is its own reward. Хорошо. Guardian of the Phoenix Crown. Так, так, вот так. Вот так. И вот так. Отлично. Так, где-то что-то можем строить. Толпы невидимых созвездий. Ну, это тупо тут. Так, сколько ты еще будешь ждать? Два хода, по-моему. Да, еще два хода. Так, еще два хода. Ты. Ты продолжаешь движение на север сюда. Блин, я все армии от столицы увожу, это плохо. Эти вот пидоры, которые бритонские рыцари, паладины и прочие, они же по морю будут сюда ко мне идти. И они могут высадиться. Так, ладно. Здесь мы ждем, когда Теклис наймет свои войска. Агент. Агент идет сюда воровать мне влияние. Мне надо еще одну армию собрать в столице, которая будет на случай вторжения хаоса защищать. А там нужен хороший князь. Или княгиня. А это много влияния. 60, по-моему, надо на хорошего полководца. У нас остался один враг. Это Хексаты. Все остальные побеждены. Крысы побеждены. Темные эльфы побеждены. Ходы стали долго идти, раньше быстрее было все. Видимо, у всех уже полно армий, полно городов. Пока видите, построят. Чего вам надо? Право прохода, да почему? То есть, союз заключен военный, а право прохода отдельно. Так, ну и тут... Только агенты месячу, пока армии я их не вижу. What do you want? Нет, чувак. Они меня все зовут против брата воевать. Ну как так, вы чё? Как я на своего собственного брата-близнеца-то, а? Руку подыму. Вы что, совсем там своей империей чокнулись? Ну, мы воюем со всеми практически. Кроме эльфов. Гномы, эти, как его, тролли, все ящеролюды, бритонские паладины, рыцарь. Так, мне нужно влияние. Доход от торговли. Давай, в принципе, неплохо. Так. Ты еще один ход. Ты сюда. Здесь у нас чего? Ты, по-моему, убивать не можешь. Ранение можешь сделать. Давай. Неудача. Дура. А то, что она как агент не прокачана. А, прокачана, смотри-ка. Так, щит.
Пока сидим здесь. Пока сидим здесь. На юге. На юге добиваем этих, чтобы их тут не было. Не убежал. У меня хватит очков передвижения. Так, отлично. Что у нас тут по армии? Тяжелые, все у нас тут хорошо. Армия нормальная. Переходим в режим марша, идем сюда. Аи, вот этот товарищ, но он ничего не возьмет. Он не справится с гарнизонами. Он не справится с гарнизонами. Здесь чего? Ага, одно место освободилось. Одно место освободилось. Давай-ка сразу. Дракон есть, артиллерия есть. Ну вот так. Так, брательник. А так, брательник гномов добил? Вот здесь на острове. Добил, красавчик. Так, 16 влияний. А, подожди, агент. Оп, укрепить влияние. 22, хорошо. Сколько стоит, давайте посмотрим. Хорошего лорда нанять. 60, да. Да, 60 нам надо. Как раз мы успеем накопить. Так, а вмешательство я могу только тогда, когда он начнет уже ритуал, да? Так, здесь последний ход ждем. Здесь мы идем, наверное, в монумент. Сам Теклис пойдет в родники вечности. Здесь мы сидим. К нам подходит вражеская армия, но я думаю, мы справимся. Здесь только из общага можем нанимать. Так, здесь у нас все хорошо. Нам надо будет сейчас вот этим вот разбить трижды проклятый пик. Пройтись по этому ущелью, выйти в рудники бородатых черепов и в кратер Гвакмоу. В это время вот это вот. Блин, она войска нанимать будет стоять сейчас 30 лет. Ну ладно, конец хода. У нас, правда, армия брательника ходит. Это хорошо. Он в центральных джунглях. Хисатель пока на меня не обращает внимания. Но он там разбивает потихоньку эльфов. И рано или поздно мы с ним столкнемся. Так, последние защитники. Единственное, что я боюсь вторжения с моря. Вот чего. Паладинов. Рыцарей бретонских. И вот этих вот последних защитников. Потому что они на другом континенте все. Повреждение стен успех. Ну, толк в том повреждать стены, если тут нет вражеских армий. Стены надо повреждать перед атакой армии. Гномов, кстати, выбили. Может, с ними мир можно заключить. Да нет, искусственный интеллект не будет. Пока ты у него города не начнешь захватывать, он мир просить не будет. Выгодно ему, невыгодно, он будет воевать. Это уже проверено. Так, Теклис наконец начинает движение. На роднике вечности. Здесь. Хватит? Не хватит.
Мы все равно выдвигаемся в монумент. Так, здесь попробуем еще раз ранить. Отлично. Убрали агента. Так, здесь, где у меня? Продолжаем влияние ловить. Удача. Окей. Подожди, 36 уровень, а мечо тебе качать-то? А, вот у них. Ну это точно последний. Больше некуда. Больше нечего. Все, все забито. Так, знаки древних. Вот так. Speak. Так, магичка. Магичка. Сибитров магии. И сопротивление выстрелам. Так, ты у нас, эта армия идет сюда. Чего? Traveling. Вот же проход. Или нет? Блин, а как сюда попасть? Not by my hand. О, вот это да, нельзя пройти. Так, смотрим. Опачки. Блин, крыса Краксигора. В принципе, у меня гарнизоны везде хорошие. Вот здесь не очень хорошие. Ну ладно. What news? Setting up Gareth. Так, ты. Тебе нужно. Мечники у тебя есть? Давай вот так. Точнее, нет, ну да. Вот так. И все. Скорее всего, мы, наверное, вот этими армиями не на север пойдем, а на юге оборонять побережье. Тут у нас чего? Тут вражеские мне стены разрушил. Отремонтировать, они что-то не ремонтируются. Так, тут мы сюда, тут чего? Тут мы сидим, да? Можно на Чакву пойти. Можно пойти, а можно не пойти. Но можно на Ицу. Столица тоже врага. А Чаква ближе, плюс Чакви армии начинают собираться. Ладно, я пока буду здесь сидеть. Мы сначала возьмем монумент, а потом подумаем. High Law Master of the White Tower. Вступить в войну с имперцами. Это они друг друга меня. Те на брата, брат на имперцев. Не хочу пока, мне и так хватает с кем воевать. Ну, у Тириона по-прежнему уровень силы первый. Я на третьем месте. Хексатль, скорее всего, на втором. Надо яйцу сейчас как можно быстрее вынести яйцу. Это я сейчас на яйцу пойду. Нужно не торопиться. Тут убор они не любят торопения. Это... Яйцо армии собрал. Причем два стека. Так, эти атакуют. Да.
очень много стрелков. Но эти стрелки не пробьют кроксигоров. Их доспехи. Шкура. У меня есть серебряные шлемы. А у него основной костяк — это стрелки. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять отрядов чисто стрелков. Кавалерии просто вынести. Но у него есть летающие юниты, а у меня только один орел. Давайте попробуем. Была не была. Мы в обороне. И это уже какой-нибудь... Ух ты, что за мужик стоит? Вау. Крутяк. У нас тут стен нету, и мы типа все равно обороняем город. Классно. Так, раньше если стен не было, мы просто в открытом бою сражались. Значится. А я могу? А, нет. Мужик, он мне никак не поможет. Хотя он может разделить армию. Так, ладно, мужик. Сначала вот сюда. Вот так. Вот так. Дальше. Один отряд серебряных шлемов со щитами, один отряд просто серебряных шлемов. Вот здесь. Вот так. Группу. Вторая группа. Так. Копейщики. Так, подожди, это все сейчас уберем. Не мешало. Значит, копейщики. Будем встречать. Будем умирать. Копейщики тут даже обычные. Если я их основной костяк разобью, я с кроксигорами не справлюсь. Вот в чем дело. Вот в чем беда-то. Вот в чем будет беда. Так, ну эти у нас с копьями, так-то. Так их будем ставить по два. Пускай стреляют с разных углов. Нам главное перестрелять их как можно быстрее. У нас есть орел, толк-то от него. Так, ладно. Орлиный коготь, тебе надо стрелять по... по чудовищам, про Кроксигора. Так. Кавалерия. Первая группировка сюда. Вторая группировка сюда. Орлон надо перехватывать вот этих вот птеродактилей, его сранг, но не попасться под его стрелков. Лучники, вся надежда на вас. Удар первый. Удар сюда. Держим позиции. Где его чудище? Ага. Орла мы его убили. Здесь разделяемся. Опа, где они тут оказались? Вот это сюрприз был сейчас вообще. В тылу. Ну-ка сыпим. Так, чудище, хорошо. Здесь по чудищу оружие работает. И лучники, замечательно. Как они моего кавалерию-то убили уже, я не понимаю. Обычные лучники. Silver Helm.
Так, отлично. Чудище паникует, хорошо. Так, орудие. По второму отряду чудищ. В это время лучники начинают работать по его лорду. Вы по чудищам. Здесь вперед пошла пехота. Опа. Ну это я это и ждал, чтобы зайти к ним в тыл. Отлично, копейщики как раз против чудищ. Вот они, зараза, мощь. Роксигоры сраные. О, и мне тут в тыл зашли. Ой, птеродактили летят. Ну все, это смерть. Хотя еще работает. Так, это у нас по кому бьют? Ага, давай вот сюда. Кавалерия гонит вражеских лучников. Гонит. У меня еще все лучники живы, это хорошо. Так, ближний бой. Вы же копейщики? Да, это стража Ультуана. Так, отлично. Вперед, 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 вперед. Так, эти лучники сюда. По птеродактилям противника. Открыть стрелковый огонь. Так, здесь сюда работаем. У него очень мощные лучники, как я понял. Так, центр нам разбили. Но у меня живы все еще вот здесь. Кавалерия разбита. Лучники еще целы, хорошо. Стреляем по птеродактилям, чтобы они не вернулись. Друг другу не надо стрелять, ребята. Так, вот у меня еще жив, отлично. Огонь сюда, по противнику. Здесь вот сюда. Так, стреляем. А у них ядовитые стрелы, вот почему они меня так быстро все выносят. Ну, нормально. Так. Возвращаются. Обстреливаем, чтобы они... Это кто? Это у них генерал. Так, копейщики. Вперед. Так, эти стреляем сюда. Так, орудие куда у меня стреляют? Красавцы. Молодцы. Хотя по чудищам надо. Так, эти сюда. По этим. Блин, лучники опять зарешали. Так, копейщики. На их генерала. Лучников отводим. Так, отлично. По их птеродактилям. Вы куда, зачем пошли? Так, здесь все запаниковало. Отлично. Весь этот фронт по центру. В это время орудие. Орудие начинает стрелять сюда. Так, вы стреляете сюда. Генерал их отлично. Кидаем копейщики в бой. Переключаемся сюда. Блин, птеродактили. Ну отлично, мы сейчас с этого фланга начинаем сыпать по ним. А ну-ка. Ах, не получится, да? Ближний убой это. Блин, птеродактили, зараза. Так, ладно. Ближний бой. Они убегают, отлично. На кроксигоров опять орудие наводим. Этих откидываем в ближнем бою. Зултуан, мать его!
ближнем бою нам ничего не сделают. Так, теперь начинаем сыпать. Так, вот этот весь фланг сыпем по наездникам. Так, это возвращается в бой и стреляет в этих. Что у нас на этом фланге? Генерал его вернулся. Так, кидаем на него морскую стражу. Лучники перестраиваются. Так, морская стража, гоним генерала, к ядрене матери. Так, у него... Так, отлично, эти начинают паниковать. Победа! Красавцы! А то автобой мне там полное поражение сулил. Вот-вот-вот, сыпем. Фрококсигором, убиваем орудиями. Вот! Сыпем по отступающим. Несаказан бумбардум. Отлично. Победа. Красота. Ну, потери у нас, в принципе, равны. Но мы их все-таки разбили. Я не знаю, что тут. Лучники. Вся сила эльфов — это в лучниках. Так, это мы пополняем. Он, конечно, живой остался. Мы его не добили. Может, мне цитадели сумерек сейчас армию нанять? Потому... Наверное, да. А я не успею нанять войска. Цитадель Сумерек мы потеряем, ребята. Вон второй стек идет. Мы сейчас сюда на юг подведем. Там позиции неохота ослаблять. Чупает ли может нанять войска? Сейчас посмотрим, где у нас хорошие войска нанимаются. Так, соперник начал ритуал. Сделаем ему вмешательство за 10 тысяч. Ага, и плюс ему сейчас там еще хаос помешает. Вот оно, наша армия вмешательства, да? Да, армия вторжения высших... Нихера себе красота. Так, здесь мы берем, значит, монумент. Attack! A strong leader is needed. Duty is its own reward. Сразу его расширяем. Это здесь разрушаем. Теклис родники вечности берет. Там, по-моему, стены построены, да? Да, но мы можем штурмовать сразу. Чё это? А, всадники нахладных. Так, урон сквозь доспехи. Это мы вот этому дадим. Ну ладно, мы, в принципе, чтобы особо много людей не потерять, мы один ходик-то подождём. Так, а я могу несколько раз? Нет, один раз. Ага. Так, смотрите. Да, в Чупает ли надо? В Чупает ли я, наверное, сейчас построю? Вот так. Плюс вот так. Плюс вот так. Плюс вот так. Блин, это опять влияние сейчас трое. Ну ладно, мы сейчас попробуем своровать сначала. You have my attention. А нельзя под осадой город. Сука, зачем вы его осадили? You have my attention. Так, подожди. Can I offer assistance? Здесь еще... Град стрел, во-первых. Сопротивление магии. Здесь еще одно место. Lustrian strength will fail. У него очень плохая кавалерия, я смотрю, колесница. Хотя ладно, пускай. Тяжелых копейщиков мы ей наймем.
Так, призыв Хоэта. Опыт, сила ветров, защита от небоевых потерь, скорость исполнения потерь, незапятность. Давайте призыв выше. Почему, собственно говоря, и нет. Деньги есть, ума не надо. Так, влияние. Тогда сюда пойдем. Аицу я сам сейчас хотел. Вот тут у них чего? Тут у них вот здесь армия. The winds are rising. I sense items of power. Давайте мы выдвинемся. Assyrian guide, defender of the Everquill. Сюда. Guardian of the Phoenix Crown. Так, здесь мы взяли. Хорошо. Вот так. Там мы осадили, там мы армию призвали. Цитадель Сумерек я не успею. Он на следующий ход его атакует, а тут у дикий Бастиладон у него, нихера себе. Поэтому давайте еще поет ли. Хотя бы за пятнашку. Так, что мы ему берем? Два отряда тяжелых копейщиков. Морская стража Латерны со щитами. Три. Орудия. Так. Еще одно орудие против этих бастиладонов. Так, ты чего у нас? Почему ты сюда не можешь попасть? Тебе на юг ли мне надо посылать? Не надо. Ты у нас должен... Вот здесь только проход, что ли? Давай сюда. Надо вот эти города тут убрать. Что тут? А, северный хребет Сатека. Дальность перемещения. Незапятнанность. Но она и так у нас тут растет. Давай вот так, так как война. Все, конец хода. Меня пока никто не тронул из врагов. Сейчас еще яйца будет ходить. Это он тут агентами. Агентами.
Он мне стену повреждает, ходит. Так, влияние. Блин, общественный порядок. Ладно, давай вот так. 25 над 60. Так, Теклис. Вечности. Feel my power. I foresaw this victory. Power grows. Еще и уровень получил. Ой, а что тебе качать-то? Скорость, защита в ближнем бою. Неплохо. Урон сквозь доспехи, урон оружия. Неплохо. Это дебаф на противника, это баф на наших. У него столько уже всяких заклинаний, я так-то путаюсь. Так, сразу оп. Сразу оп. Сразу оп. Допустим. Дальше. Теклис идет у нас в спектр разума. Спектазума. Блин, спектр разума. Спектазум он у нас идет здесь. Здесь надо идти к яйцу. А тут два стека. Но мы его сейчас вынудим нас самих атаковать. Перейдем границу. Станем здесь. На юге. Ты еще один... Ой, два хода ты еще ждешь. Так, ты пытаешься все-таки сюда пройти. Это нам надо сюда, и вот здесь вот так. Так, здесь, где, почему? Они просто высадились, да? Ну, пускай он тут пока атакует мои гарнизоны, я нанимаю армию. Так... Копейщики, раз, два, три. Так. Ну, это четыре хода. Так, три. Три. Три, вот так. Так, ты у меня влияние. 31, хорошо. Так, тут мы чего делаем? Мы строим стены и выдвигаемся к Чакве. Или Тлангсла взять. Давай сюда лучше. Так, Теклис на следующий ход. Так, тут у нас все хорошо на юге, да? Кроме вот этого вот. Так, Роксигоры. Блин, дикий бастиладон, две штуки. Ну вот это у него говно, с цинки. А у меня есть гарнизон слабый, да? Ксланик. Кслансек. Аристократы, белые львы. Да, здесь обычные лучники. Да, потеряем Кслансек, но зато мы подготовимся и пи-пи-пи-пи-пи ему дадим. Так, ты сколько еще стоишь? Еще два хода. Ты почти дошел. Сейчас эти два города он уничтожает. Да блин, ему опять назад возвращаться. Ну, так-так, на север пойдем. В принципе, все складывается более-менее нормально. Чего на там союзники на севере? Вот у них где столица-то. Так, на севере. На севере нормально. Держат фронт. Здесь тоже, кстати. Где? Угу. Здесь, кстати, хаос. Моя армия осадила. Ну, не моя, которую я призвал. А еще могу... Не могу. Через 8 ходов только. Окей. Значит, здесь через 2 хода нанимается. Если на юге мы стабилизируем ситуацию, она пойдет на север. Так. Вот тут опасный флот.
она пойдет на север. Если на юге не нормализуется ситуация, она пойдет на юг быстрым темпом. Потому что этот город он возьмет. Калакс. Калакс тоже такой же. Калакс он, наверное, тоже шухнет. Это ему сколько надо будет? Ход. Два. А мне три надо. Ну ладно, она через два хода двинется. Тут мы тоже все нормально делаем. Отлично. Так, ладненько. Ну сегодня тогда все. Вот так вот у нас продолжается война. Здесь мы сейчас сюда идем. Потом Теклис у нас сюда. Теклис, наверное, будет пробираться к столице. Хиксаатлю. Чтобы ее сюда я не заворачивал, а здесь действовал только этим. Так, эта армия на юге. У нас либо Кыцы, либо... Мартик. У него, в принципе, 4-4. Агенты не сильные. Армии тоже не сильные. Вот благословенные рогачи. Серьезные. Краксигоры. А мне тут орудий нету, да? А, есть. Ну все. Не боюсь. Плюс у нас здесь мечники тяжелые. Все отлично. Ладненько, на сегодня тогда все. Всем спасибо за просмотр. Всем спасибо за комментарии. Всем удачи. Всем пока.